В 21 веке открыть свое дело можно буквально в любой отрасли, от продажи продуктов до сферы красоты. Было бы желание и смекалка, но самое главное – подгадать самый прибыльный и перспективный вариант. Наша съемочная группа решила узнать у жителей Твери, какой бизнес, по их мнению, в наше время считается самым перспективным, востребованным и прибыльным. Подробнее в нашем сюжете. Кто из нас не мечтал хоть однажды открыть свое дело и вести прибыльный бизнес? Направление деятельности может быть разное, но как раз в удачной идее и заключается половина успеха. Нужно четко понимать, чем и как ты хочешь заниматься для успешного роста и развития, просчитать тысячи ситуаций и нюансов, позаботиться о массе сопутствующих задач и проблем. Но в основе все же горячее желание, определенные способности и облаченная в бизнес-план идея. Именно об этом мы и решили спросить тверичан. Я думаю, самое прибыльное – это одежда, либо сфера услуг, то есть там красоты, там стрижки, ногти и так далее. Это сейчас очень популярно. Я сейчас занимаюсь ногтями сама. Я бы попробовала бы свой салон маникюрный открыть. В продажах, наверное, перепродажи чего-либо. Тренд пошел, я не знаю. Много кто этим занимается. Думаю, что может быть продажа там продуктов питания, какой-то ресторанный бизнес. Мне кажется, это что-то интересное. Ну просто это лично для меня было бы интересно. Какие-нибудь дачи, квартир, возможно, что-то с жильем связано. Больше денег приносит. Сколько людей, столько и мнений. Вот и у каждого участника опроса есть свое представление о наиболее выгодной и интересной сфере ведения бизнеса. И говорить о первенстве какой-то конкретной здесь, к счастью или к сожалению, не получится, так как в любой из них есть определенные риски и нюансы. Однако каждая область предпринимательства в последнее время, благодаря государственной поддержке, стала еще более доступна, а значит добиться успеха в своем деловом начинании вполне себе реально.